такой счастлив, что не петь нельзя. В этот день все самые теплые слова и пожелания звучат в их адрес. День учителя традиционно отмечают в нашей стране 5 октября. В городском округе Щелково для всех педагогов и работников сферы образования организовали концерт Щелковского духового оркестра, который состоялся в школе номер 17 в микрорайоне Богородский. Коллеги поздравили друг друга с профессиональным праздником, пожелав успехов во всех начинаниях. Хотелось бы всех педагогов поздравить со своим профессиональным праздником, пожелать дальнейших творческих успехов, главное – здоровья, мира и благополучия. Этот праздник люблю, всегда очень жду, потому что это праздник наш профессиональный. В этот день чувствуется единение со своими коллегами, единение со своим таким профессиональным сообществом. Желаю каждый день ходить на работу с радостью, чтобы каждый новый день нес новые впечатления, эмоции. Желаю успехов в профессиональном поприще, желаю расти, развиваться. Для всех собравшихся педагогов со сцены прозвучали как лиричные, так и веселые песни, которые смогли поднять гостям настроение в хмурый октябрьский день. В этот знаменательный праздник, День учителя, все в очередной раз вспомнили простую, но очень важную истину. Учитель не просто профессия, это самое настоящее призвание. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.